Длина треугольника относится как 2, 3 и 4. Чему равен периметр треугольника, если разность наибольшей и наименьшей сторон равна 6? Для начала нарисуем треугольник. Итак, нам сказано, то, что длина сторон относится как 2 к 3 и к 4. Следовательно, мы можем сказать, что BC это у нас 2х, AB это будет 3х и AC это 4х. И у нас будет верное соотношение всех трех сторон. Также нам по условию сказано то, что наибольшая сторона минус наименьшая сторона будет 6. Наибольшая сторона это 4х. Следовательно, 4х минус наименьшая сторона это 2х равно 6. Преобразуем левую сторону. У нас получается, что 2х равняется 6. Тогда х равняется 3. Найдем периметр треугольника. Периметр треугольника это сумма длин всех его сторон. То есть 2х плюс 3х и плюс 4х. Сложим в правой части. Получается 9х. Так как мы х уже нашли и он равен 3, следовательно мы можем подставить его формулу для периметра. Получается 9 умножить на 3 будет 27. Запишем ответ. Периметр треугольника ABC равен 27. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.